Доброе утро, наши дорогие друзья. Прекрасная погода за окном, светит солнце. Ветра вообще нет, от слова совсем. Мы даже порой забываем, что уже не лето, а уже осень. Вот. Поэтому, когда там идет какое-то легкое похолодание или ночи уже прохладные стали, становится даже диковато чуть-чуть. А потом, когда вспоминаешь, блин, так уже октябрь же. Это нормально, тем более, ну, это же юг. Вот. Ну что, мы сегодня будем приступать к поклейке обоев на кухне. Сейчас пойду вам покажу, что у нас там есть. Здесь была коробка дверная, решили ее убрать, потому что, чтобы прошить проем. Вот так вот. Здесь зашьется белыми наличниками красивыми, наборами. В общем, все это сделаем. И вот такие, кстати, вот обои, которые в коридоре, мы решили не подразделять, так как небольшое здесь получается помещение, чтобы увеличить объем. Мы эти же обои продолжаем клеить на кухне. Эту коробку специально не стали выдергивать, потому что ощущение, что рухнет пол стены тут. Потому что тронули вчера здесь. Видите, эти коробки на арматуре. Это вообще труба. Пришлось пилить. Вот так. Такие вот здесь обои. Они свежие, предыдущей владелицы. Плотные, хорошие обои, но сами видите, дальше покажу вам. Ни к чему. Как бы, да, кухня светленькая. Ну куда такие обои? Они вообще без понтов здесь будут смотреться и смотрятся. Видно все это, да? Поэтому, ну вот. Поэтому будет стильненько и красивенько. Далее же идет, что сейчас как раз пробьет розетку в зал, в большую комнату насквозь, потому что там нет розетки, а им она как раз нужна. Вот, ну и все, в принципе, приступаем. Там у нас изоламинат идет, здесь у нас вот такая петрушка. Вот, поэтому ламинат мы тоже купили, друзья, потом уже вам покажу, чего да как. Сейчас занимаемся обоями. Погнали. Сняли обойчики. Было очень интересно, не снимая багеты, извлечь оттуда обои. Вообще было просто шикарно. Но ничего, справился с этим делом. Вот сейчас мы уже загрунтуем. И в принципе можно будет завтра. Хотя нет, завтра у нас другие мероприятия. Короче, сегодня подготовим, загрунтуем и, в принципе, все. Будем уже отдыхать. Грунтуются стены. Мама профи по поклейке обоев и грунтованию стен. Не говори. Ну, честно говоря, занимается только она, вот, если... Клеит обои, вот, шпаклюет очень даже, да? Нужна заставление. Угу. Если кто-то еще делал, то мама тоже сказала, не умеет. Отличная погода у нас сегодня. Вообще, времечко уже обед. Вдалеке там горы-горы виднеются. Грунтовка хорошая. Грунтовка хорошая, да. Она называется проникновение. Сейчас покажем. Так вот она выглядит. Вот. Закончим с поклейкой обоев уже. И потом будем заниматься полами. Потому что так надо было. Ну, грязь, конечно. Да, потому что полы чистые, новые будут. Вот. И, в общем, аккуратненько будем укладывать ламинат. Сначала надо вскрыть вот этот линолеум. Непонятный. Что там есть под ним. Ну, а дальше уже будет видно. Подложка и ламинат пойдет. Да, будем укладывать. Плинтуса вот еще надо купить сюда. Такого же плана.
такие же вот, чтобы были беленькие. Вот и все. Что еще у нас интересного? Опа, вот получается дверной портал мы сделали, что наклеили вот так вот таким образом уголочки. Получилось хорошо. Вот. Здесь тоже так. И все. Сейчас сюда хочу еще приклеить, потому что там багет уже засандалили вчера, и сейчас этот угол, потому что здесь вот чуть-чуть неровность есть, хочется это вывести, по красоте сделать. Ладно, пойду возьму. А вот он у нас есть, вот он у нас есть клей. Это у нас этот герметоз. Вот, а у нас вот такая вот кухня, которая была подготовлена под поклейку обоев. И сейчас будем снимать линолеум и протягивать, уже будем ламинат укладывать сегодня. Вот такие дела. Ламинат куплен, немножко не в цвет, чуть-чуть. Но по текстуре он будет похож. Другого выхода нет. Но это будет лучше, чем такой вот линолеум. Мы продолжаем заниматься ремонтом. Клеила мама кухню. Теперь светленькая, чистенькая, красивенькая. Мы тоже с полами заморочились. Сделали ламинат. Дальше еще плинтус, но это я на днях, потому что сегодня нам нужно заниматься вот этим дверным порталом, который нас уже сильно-сильно напрягает, блин. Чтобы уже закончить, вот, чтобы было красиво, вот, нужно будет все это сделать. Обшивать будем вот такими наличниками белыми. Не знаю, что получится, но я думаю, что получится хорошо. А так, вот,